Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова находимся в нашей школе юных инженеров. И сегодня с нашим юным инженером Кириллом мы собрали вот такую конструкцию подъемного крана. Вот, вот мы видим здесь у нас катушка с тросом. Это у нас нитка ее выполняет. Крючок и груз вот там. Но что здесь интересно? Вот давай, Кирилл, поднимай, подними чуть-чуть. Найди, в какую сторону крутить. Поднимается? Поднимается. Так, еще пару оборотов сделаем мы, да? Теперь давай зафиксируй фиксатором. Вот этим, да, это вот у нас харповой механизм мы показали. Все. И теперь что интересно. Вот мы подобрали здесь сами уже ось, вставляя вот эту вот. Да, придерживай. Это как голова жирафа. Видите, она у нас как бы наклонная. Сейчас я перейду. Она у нас незакрепленная. И может менять положение. Вот когда она в таком положении, если мы сейчас уберем руку, вот давай убери, Кирилл, руку, он у нас сейчас, груз этот перевесит. Конструкция, видите, неустойчивая. Держи, тут конец. Вот, поэтому нам нужно подобрать положение, когда обе части этой конструкции будут иметь примерно один вес. Вот я вот так поставил, вот убирай руку. Все, теперь конструкция у нас, видите, стоит. Вот, но чтобы у нас она сейчас, если чуть-чуть же раз в эту сторону, и она у нас упадет, и конструкция тоже завалится. Давай, поднимай. Поэтому мы с Кириллом такое раз предложение придумали. Вот здесь вот сбоку еще одну балку. Еще одну балку. Прикрепили, давай вот эту вот. Подсоединяй. Но смотри, если вот в этом положении, давай покажем сначала, если в наклонном положении, у нас здесь не совпадают отверстия. Давай, вводи. Вот видите, она у нас попадает между двумя отверстиями, она не может туда войти. Вот поэтому нам нужно, поднимай, найти такое положение, чтобы она у нас, балки стали параллельно друг другу. Да, вот в таком вертикальном положении, придерживай, давай, здесь вводи. У нас отверстия эти совпадают. Вот. И вот теперь у нас конструкция уже способна даже смотрите, имея груз, и вот на этой половине больше масса этой половины возникает, даже имея груз, она за счет того, что все-таки вот этот вот, само вот эта вот шея, да, где сосредоточена основная масса этой конструкции, стоит вертикально, и она не тянет ее в сторону. Поэтому конструкция у нас способна уже даже без придерживания рукой сохранять свое равновесие. Вот. Вот такой вот мы закон физики изучили при помощи вот этого конструкции подъемного крана, который мы собрали из конструктора LEGO Education 9686. Вот. Ну все, продолжаем занятия дальше, знакомиться с законами физики. До новых встреч. Да, обязательно.